Мы вас поздравляем, кричим вам браво, уважаемые педагоги. Классные руководители, учителя, воспитатели, директора школ. Они каждый день дают подрастающему поколению знания, мудрые советы и не жалеют своего времени. Педагогов Одинцовского округа поздравили с профессиональным праздником в Успенском доме культуры. Учитель – это не работа, как мы говорим всегда, это служение. Это служение каждому, каждой семье, каждому родителю, в конечном итоге каждому ребенку. Потому что надо не просто передать знания, которыми вы обладаете, но передать частичку себя. То есть вы формируете тот фундамент человеческих, эмоциональных качеств, которыми человек пойдет дальше по жизни. Открывать мир и дарить тепло своей души детям – это призвание. Оксана Борисовна посвятила работе в образовательных учреждениях 25 лет жизни. Осень, золотая пора, и вся страна празднует День Учителя. И сегодня в преддверии Международного дня Учителя хотела бы поздравить всех своих коллег. Пожелать прежде всего крепкого здоровья и успехов в нашем нелегком труде. Поблагодарил учителей за труд и терпение известный артист, житель нашего округа, отец двух детей-школьников Денис Майданов. В своем видеообращении он выразил признание школьным наставникам. Дорогие наши, с наступающим днем учителя вас! Благополучия, добра, сил, гармонии в коллективах, отличных учеников, внимательных, ответственных родителей. Почетные грамоты, благодарственные письма, поздравления, подарки – все для дорогих педагогов. Каждый из них – профессионал своего дела, подчеркнула почетный гость Лариса Лазутина. Я горжусь, что многих вас знаю. Я горжусь тем, что наши школы, и я по праву их считаю лучшими, потому что в нашем округе самое большое количество наших учебных учреждений, как школ, так и детских садов. И поэтому сегодня от всей души, поверьте, хочу поздравить вас с Днем Учителя. Украшением праздника стал яркий концерт одинцовских исполнителей и коллективов. Свои выступления они посвятили любимым педагогам. С праздником, наши дорогие учителя! Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».